Всем привет! С вами Братуха, это игра Варобос, 1 мая. Сегодня на канале Братуха Лайв мы разыграем 1000 рублей от Артура, она заряжена в пушку. И мы узнаем с помощью рандомайзера ВКонтакте приложения, куда улетит этот тысячный снаряд, 1000 рублей. Куда, в какую страну и к какому игроку. Самое главное, чтобы к вам в форточку прилетела штука, вам надо зайти на нашу группу Братухи Варобос 18+, сделать репост на стенку свою ВКонтакте и прийти на стрим, посмотреть, выиграли вы или не выиграли. Можете также на стрим не ходить, с вами свяжутся. У нас обязаловки нет. Вот такие, ребята, пироги. Неоновый юбилей. Карта, ангар у нас неоновый, все неоновое. Карта Женьшень страшная тоже неоновая стала. Много ребят уже повыпускало этих, как их, гайдов про Рочья, кроме Братухи. Вот, ты не заслужил 6 лет в игре. 6 лет на Ютубе с игрой Варобос, ничего не заслужил. Сезон завершен, мастер 1, награды. Так что, Рочья, ребята, можете смотреть гайды, решать, играть вам или не играть. А я буду якобы в погоне за Рочья. Наш клан ЦЦЦ что-то там набрал. Это клан Смайл, я сейчас в Смайлах нахожусь, и тут салют Владимир, типа, и все. 1 мая вас. В общем, клан вообще никак не разговаривает, судя по всему, я уже тут дня два. Получается, вчера на стриме мы пошли в погоню за роботом Орочи. И вот особый приз в следующем сундуке будет за 200, мы стали за 200 крутить, и вот в следующем сундуке будет... особый приз, это, возможно, Орочи, Шериф Диметра, две пушки. Кстати, вот эту пушку Хорнет Стеллар я бы выиграл бы две штуки. Возможно, бы их стал бы качать, потому что они обалденные пушки, я так считаю, думаю. Я не играл, но уверен. Шериф Магнетар и Амперметр с Джостом тоже на этого. И покраска. Ну, покраска, наверное, вряд ли. Но она гарантированно выпадет на четвертый сундук. Так что париться можно не париться. Вчера мы долго общались, слушали музыку, и я не допрошел до конца вот эти вот задания. Но сейчас я их пройду. Они активируются у меня каждый день 21:50 минут. Вот 21 час 50 минут по московскому времени. Вот так. Здесь я получаю плюшки за то, что состою в клане. Ну, надо выйти из клана и пойти куда-нибудь в другое место. Потому что... клан, ну просто тишина полнейшая. Кланем. Надо было сказать пока-пока. Ну да ладно. Риторс все отозвали, или хрен знает. Риотерс меня принял. Давайте зайдем в Риотерс и поздороваемся. Пам-пам. Дальше. Сегодня у нас не получится открыть, я так понимаю. А, нет, смотрите, 60 у нас монет. О! У нас 60 монет, плюс задание на 50 монет я выполню сейчас. Это будет 110 монет, ну, стольник. И сегодня вечером надо выбить стольник, чтобы на стриме, чтобы открыть этот сундук и попробовать что-то выиграть ценное. В принципе, состав у нас не поменялся. Нас, как говорится, ничего не касается. А вот, ну, там практически ничего не касается, кроме черного рынка. Вот черный рынок у нас касается... Я буду открывать, крутить рекламу, тянуть этот черный рынок в гору, чтобы попадаться за 30 дней, открыть одну супер игру в надежде выиграть Шарангу Титан и Оксминас Титан. Двух этих титанов у меня нету. Так что будем, ребята, пишите в комментариях, чтобы я не забывал, пожалуйста, открывать. Братуха, ты рекламу просмотрел? Иди-ка рекламу просмотри. Давайте бустер натянем на наших роботов, как презерватив на стоячок. И пойдем в боек месить рандомайзером. Рандом. Заходите сегодня, узнаете, кто 1000 рублей победил на Братуха Лайф. Вчера было очень приятно, 70 человек сидело онлайн. Спасибо большое. Вот, несмотря на то, что у нас с ангаром классика, как говорится, ангар классика, несмотря на это, все равно находятся зрители, которые меня поддерживают. Спасибо большое, я хочу сказать Мите, который вчера поддержал аж на 5000 рублей. Спасибо ему большое. Я вообще там на финишной прямой, чтобы купить Sony 3000
И я, ребята, хотел бы Sony 3000 купить и открыть самому. Вот, распаковать ее. То есть не делать как раньше на стриме распаковывать. Это будет нудновато. В общем, я понял, что с меня обзорщики никакие. Я, ребята, куплю камеру, открою ее как обычный обыватель и буду пользоваться. А вам покажу ее и все содержимое на стриме уже, можно сказать, когда я испытаю первые чувства любви к этой камере. Маяк забираем, давайте, ребята. Маячок резво. Старичок Skynet против нас играет. Это типа умная телесеть какая-то, которая поглотила и ядерную бомбу что-то там взорвала. Щит у меня, ребята, взбеленился. Как вы видите, Deadshot Pool. Маяк пытается отжать. У него большой щит сработал. И еще мелкий щит. Вот смотрите, кстати, очень интересно. Разработчики сделали маленечко такие зарисовочки, контур, или как это сказать, пометочку. Когда, например, Пантеон или Диметр, да, активирует свой щит, там не высвечивается дрон. А когда дрон срабатывает микросхему щит Агес или Сарбирбер, вот видите, здесь нету вот этого значка, то есть это у нас получается Пантеоновец. А сейчас у меня вот сработал значок, но его никто не видел. Мы потом покажу я вам. Такой муха такая, можно сказать, показывается на экране у знака, и у знака, где щит. И понимаете, что это активировался дрон. Вот здесь видно, что дрон, что это не дрон активировался. Вот. Вот меня сейчас на 2 секунды прямо спасло. Или даже, можно сказать, на 1 секунду мне маленечко все завалили. Завалили братуху. Братуха берет рабану. И сейчас будет выжигать наглецов, которые собираются покуситься на наш этот маяк. Это Skynet. Ненавижу ее со времен Терминатора. Телесеть. Засранец Ильдар успеет включить свой щит. Вот видите, у него 2 щита сработало. Один щит не горит, муха. А другой щит горит, муха. Вот так. Как распознать? Все очень просто, ребята. Распознавать легко. Мы уходим в астралочку, у меня сейчас сработал 70 тысяч хп, это тоже, ребята, щит, кстати, можно и такой щит ставить, вообще огонек будет. Сработал у меня щит Эгис, а не Сарбор. Вот, а Эгис это 75 тысяч хп щит у меня выставляется, и пока его не убьют, до меня могут не добраться. Но 75 тысяч в наших реалиях это быстро улетает. Сейчас дедшота валим, ребята. Пауля. Это какая-то мексиканская версия дедшота. Вот у него загорелся муха рядом со щитом. И он счастливый. 2 секунды. Или не засекал. Смог жить. Отлично, парня укокошили. Тут Титан меня Эльдар выжег. Берем Ауджана против Титанов. И уйдем в бой. Мы проигрываем, к сожалению. Но будем биться до конца. До последних. До последних патронов, да, можно так сказать. Вау, выжигаем одного Титана. Так, это у нас парняга получает маленечко, чуть-чуть. У него там щит, видите, активировался. Непонятно, что за щит. Это вообще непонятно, что у него там активировалось. Серьезно. Вы, наверное, вот как раз щит не Агес, а какой-то синий цвет, я не знаю. Тоже его надо раздолбать, и тогда кончится эта шляпа. А, у нас тут вот что получается. Там бегемот. Блин, а вот что-то у него то ли заглючило, то ли что. Ну ладно, это мы потом разберемся. Батай, катай, копай. Ой-ой-ой. Проигрываем, ребята, проигрываем. Странно, Skynet умер. А, Skynet высадила у Минга. Говорит, на бегемоте не камильфо играть. Квашара. Ни хрена не получается. Леон хит. Получает от братухи. Ой-ой, блин, меня сейчас тут... Обалдеть. Чуть не контузило. О, да, я зацепился сиськами. Обалдеть, ну это ужас какой-то. Или с чем-то другим. Наверное, все-таки болтом я зацепился. Странное дело. Активируем лечилку, подлетаем и стоим с Титаном. Ну как стоим, он нас толкает. Давайте поможем. В чем проблема? Готов говнюк, готов второй. Шикарно, парня убивают сейчас. Ну я ничем не могу помочь. Катай, батай, мотай. На Скорпионе сейчас будет активироваться и куда-то там телепортироваться. Давай. Опа, Skynet пытается, наверное, братушку зашполить. А не получается.
И вот я падаю, убивая этого парня. Я тут прямо приземлился, походу, на скорпиона и раздавил его. А у того парня вообще непонятно, что за шляпа там у него там горит этот щит. Так, титанушка меня решил подлечить. Так, нехило меня вылечивает. Ни один аспирин так не действует, как Ноденс, ребята. Блять, но все равно убили. Что за чудо такое, братуха? Мог телепортнуться, кого-нибудь подлечить, подзаработать. Да нет, зараза. Вылез, огреб пиздюлей. Обалдеть. На, такой у нас, братуха. Да, ребят. Скайнет пытается там какими-то путями пробраться. Обалдеть, вот засранец. Серьезно? Посмотрите, что делается. Не убить этого парняга, блин. Один раз попал. Один раз попал, да. О, у нас все хорошо, мы захватываем мочи огонек. Мы ведем! Парня еще, кстати, заморозил ему способы, но его спасает Ластен. И он уходит в забвение. Бегает. Не, нет, там бегает, короче. Терроризирует Ноденса. А нам похеру. Вот так, мы его парализовали. И пушки ему парализовали, и способность, и он вынужден был сдохнуть. Скайнет! О, Титан, блядь! Посмотрите, Леоне Херт какой-то! Хряк, мы его заморозили и всей толпой надавали ему подарков на 1 мая. Кстати, ребята, сегодня 1 мая. Поздравляю всех с праздником весны. Или не весны, а чего-то там с праздником. Там работяг. В общем, с днем рабочего человека. Я вот не помню, что за праздник. Всех с праздником! ПВ Рус сейчас взгрустнется пацану, когда он увидит, что 5 синих маяков в команде братухи. Вот он я! Да, ну, кто против меня? Давай, выходи! Я свою способу уже профукал. Нормально. Ой, хорошо. Мне еще мусор идти выносить. Йо, и на велосипеде кататься. 1678 очков чести у братухи. Это говорит о том, что он на 4-м месте, как лошпед. Ну, дальнобойные роботы, это понятно. Идем дальше на смерть, ребята. Второй бой этого вечера. Красивая картинка, но сама карта Женьшень просто убогая. Слишком много голубого цвета. Не каждый глаз может комфортно себя чувствовать на этой карте. Ой, как хорошо. Даже в душ схожу. В душ схожу, возьму с собой расческу. Намылюсь и почешусь прямо. Даже, да. Суетолог! Вот это да, первый раз вижу. Вот первый раз, когда... Я познакомился с мамологом. Я пришел и увидел, что мамолог сегодня, ну, в регистратуру, и увидел, что мамолог сегодня принимает бесплатно. Ну, я сразу же, конечно же, взял карточку и говорю, мне к мамологу. У меня, кстати, убили. А раньше я дольше жил. Я говорю, мне к мамологу. И, короче, на меня регистратор так посмотрела. Ну, наверное, подумала, что у меня, ну, тоже какие-то проблемы с этими местами. И я, короче, пошел к мамологу. Я говорю, здравствуйте, у меня, говорю, болит. Мне говорят, снимай, раздевай. Я, короче, разделся. Меня начали тискать в непонятных местах. И короче, я покраснел и испытал оргазм, ребята, да. Моральный оргазм, физический. И я понял, что мамологом я всю жизнь мечтал работать. Но уже поздно. Ну, понятное дело, кто не знает, что такое мамолог, идем гуглим и пишем в комментариях. Суетолог. Это человек, который наводит суету, ё-моё. Да чтобы ему пусто было, он у нас тут сейчас суету такую навел, маяк отжал, козел прям. Ах ты, поганик ты, что ты делаешь, такая ты зверюшка? Йо, твою, он меня прямо там очеканул. Я твою, обалдеть. Вот его сейчас ребята там нагнут, он только присядет, РВ-код его сейчас набьет. Смотрите, РВ-код, вот так, сейчас, смотрите, как лопнет. 3, 2, а здесь с 1 мая тебя, пацан, с 1 мая, да. А тут у нас, смотрите, какая шляпа, противник обалдел вообще. Вплотную пошел в атаку, это просто без приглашения. Ой-ой-ой-ой, сейчас парняге будет Годосу очень больно. Ой-ой-ой-ой, нифига жирная газина. Сейчас мы ему, ребята, дадим пиздюлятора. Подожди, подожди, давай-давай. Ой, не рассчитывал, да, ты пиздюлей получать? Ой, не рассчитывал. Блин, пока я ору, он так-то пиздюлей не получает. Вот сейчас получишь, стопудово, чё я промахиваюсь-то? О, пацан, сейчас подожди, перезаряжусь. Ах, ты слился, испугался, что я тебя отпизжу. Бля, он танцует джингу, ё твою медь. Оп-оп, ля-ля-ля-ля. Оп-оп, ля-ля-ля-ля-ля. И что у нас там дальше? Город! Ух ты! Ух ты! О, блядь, заморозил. Так и знал. Ни лечилки не работает. Ни черта. Это роботифлон. Туетолог. Блин, чтоб тебе пусто было. В атаку идем. Ой, блядь, жаранга. Вдвоем, представляете, два хрыча. Ну, делать нехер пацанам.
Как так жить-то? У-ху! У-ху! Блять, суетолог побеждает, ребята, Диметра! На зеленку отправляем, там тесно. Черт, маяк, успеем отжать? Нет, не успеем. Блин, без нас, обратите внимание. Да, сейчас пацана этого прикроем. А он летающий хером его, оба, и вот тут еще суетологу давай наваливаем. Давай, суетолог, гори! Ой, тут вообще какая-то странная шляпа, надо уеживать отсюда. Суета тут гондоны, ой, гадасы, смотрите, ребята, тут жопа конкретная. Маяк отжали, вообще не стыдно людям на базе бесчинствовать здесь. Сначала я вам тут всем покажу Кузькину мать, раздетом в виде, оба, одного уже слил. Странная, блядь, телепортажка, паровозиком друг за друга, фильм-телепортер. Кто не смотрел, посмотрите, практически та же шляпа. Ну чё там на дробашах суетиться, какой-то гудос, надо всё-таки показать ему, где его место, пшёл вон отсюда. Ха-лю, нормально так, и маяк отжимать надо, всё нормально, хорошо и прекрасно. Почему вот прям маяк у меня, обалдеть, я его лечить, а он сливается, что за нелюдь, кот, сейчас парня вылечим, блэмс. И туда налево, ребята, пойдем. О, если мы дойдем, конечно. Я готова. Ауминка, ауджан. Какой ауминк? Тунер какой-то, ё твою мать. Все так быстро дохнут. Парень там голубой, еле-еле качается, там шатается, болтается в одно рыло. Так, у меня тут... Топчемся, идем. Ой, не, надо ближе подходить, а то убежит гад. Блин, смотрите, какая шляпа. И мы ведь его убьем, он не успеет спрятаться. Ставим на паузу, делаем ставки. Yeah! Кто, ребята, поставил на паузу, сделал ставку, что он выживет, проиграл. Мы его слили, как самое последнее вонючее слабое звено. А это у нас Рустер Шмустер, которого сразу хряк и дала стенда довели. Да, нормалек. И вот так еще. А он такой, что на хуйня, что на хуйня? А тут братуха ему, я тут, сейчас тебе пиздулята. Пиздулятора наваляю, нормально. Стоять бояться. Раз, пиздулятор. И взлетел, сдох, умер, отлично. Это титан, суетолог. Будем бить суетолога. Херак, готово, убит. Обалдеть. Хороший бой. Что за шляпа, там РВ-код меня лечит, что ли? Еще там, смотрите, стоуны, взлетаем. И летим стоуна добить. Ё твою дивизию, братуха, идиот. Ну, такое, в принципе, бывает у братухи всегда. Ой, ребята, помогайте, братки, выжить. Обалдеть, меня колупают со всех сторон. Ой, тут куриц налетела. Ребята, танцуем танец смерти и убиваем робот за роботом. Все правильно. Вот так, мои хребетухи. План такой жесткий был у братухи. Взлетаем и на смерть свою летаем. Вот так. Пацан, боишься меня? Я сам себя боюсь. Они морально подавленные. Тайфун сейчас закончит дело. Добьет последний гвоздь в крышку. Пацан Годас. Ай, шлеп, готово. Сейчас мы этих титанов накажем. Общипаем. Да, ребятухи, это что у нас там за суету? Суетолог, смотрите, прям суетиться достал уже суетиться, суетолог. А ну давай, сдохни просто и все. В чем, блядь, проблема? Ты просто дохнешь, пацан, и нахрен. Жаль, не короче. А все, убили, пацана, нормалек, обожаю. Обожаю свою работу раздавать пиздюлей. Ну, в чем проблема? Убили пацана? Шоколадно! Годес! В чем проблема? Сейчас кончится твой щит. Убили пацана Годеса? Годеса! Ой, чертом! Оп! А нормалек, прям огонек! Вообще! Шоколадно работает, братуха! Стан! И давай, парня, шоколадим! Это ее дивизия убежал. Все, проиграл противник морально! Не сможет он убежать, коп пиздец ему. Так, это суетолог, никак не сдается, зараза. Да что ж такое-то, суетолог, блин, запомните его, ребят. Кто в клан позовет, вообще не прогадает. Назойливая муха. Ну, правда, он дохнет быстро. Но это потому, что он кидается на амбразуру. Сейчас мы этого парня херак застанили, заморозили. Он, гад, телепортировался. Все, победили. Так, погоняем шей. Тык-тык-тык-тык-тык справа налево. И что там, посмотрим. У нас первое место. О, серебро, реклама. Нормально. 724 тысячи. 3 ляма. Первое место. Ну, как знал, как чувствовал, братуха. Риот. Пилот. Нигма. РВ-код, красавчик. Чуть-чуть уступил братушке. Чуть-чуть. Молодец, молодец. Хорошо постреляли, ребята. Хорошо. Нормалек прямо. Что по заданиям? Должны уже были выполнить. А, нет, 1000 плюс 2. Вот, да, 1000. О, 16 очков надо. И тогда мы победямкаем.
На смерть. Забираем очочки, очки, очки, очки. 100%. О, так, фантом тут у нас сразу в бой стал посылать. Так, за маяком. Забираем маяк. Никимина, кому-ка на камника. Ой, тут. Пиво пили. О, как мы его пиво. Ну это, в принципе, нормально, мы там ему сожгли. Он так-то не дурак, он так-то вперед бежит. Испугал меня пацан. Да, чуть его уважать не начал. Не успел он маяк забрать. Скорпион! Никими, да? Давайте попробуем его еще раз отмудохать. Сближаемся, резко. Застанил! Такое тоже бывает. Сейчас он успеет способность включить. Чуть-чуть осталось, ребята, его убить. У него одна пушка осталась. Вообще не смешно. Пусть бегает калекой. Не будем трогать пацана. Если он сам не подставится. Подставился. Тринита. Лево давайте жгем. Шоколадно. Меня опять застанили. Телепортажка. Ищите лоха. Блин, не кими меня прямо. Обоговорил. Ну а что вы думали? Он, конечно, мстить будет. Не кими. Наша толпа по левой стороне. Бэушный гроб. Телепортажки в свои играет, блядь. Скорпион там. Ну что, остался? Лошара. Остался. Сейчас будем пиздить. Просто когда они думают, что их не замечают, они не, ну как, не телепортируются нюху. Да что ж такое, меня станет уже второй раз. Это он меня станет или кто-то другой меня станет. Так ты меня быстро она сделает. Нафига ты, парень? Я тоже бывает ошибки допускаю, телепортируюсь. Нормально, вообще огонек. Всем лупиздрянь. О, Никими, давай, встретимся. Так, лечилочку подровняем. Нифига он. Ух ты. Сейчас будет месть ситхов страшная, ё-моё. Никими. Это не у китаец на, или кто там на. Про маяк свой профукал. Ну, это бывает, в принципе, у людей с таким никнеймом. Пацан только очухался. Чё за хуйня тут происходит? На, пиздюлина. Ой, чё за хрень тут происходит? Ой-ой-ой-ой. Никими, умирай. Ё-моё, ты даже умереть не можешь нормально. Пытается такой, сейчас, говорит, маяк заберу. Не канает. Ну, у него на стенда нет, слабые роботы, походу. Да-да, Никими. У него-то скорпион! Он может мне мстить. Вот как сейчас. Да, блин, задел я его чувства. А то я бегу от него. А, его слили без меня. Диметр. 540. Сейчас мы его вылечим, МДА. Хлоп! И ты под защитой, братухи. А, нифига, ты тоже лопнул.
А им они сильные злые прям. Обалдеть, уходим. Ну чё, сейчас победим, там пилот Эксель забирает маяк. А я хотел центральный маяк забрать. Ну, удержать, типа. Но я сдох. Ничего, победим. Вот так. Бывает, ребята, дела. Победа. Приятно, здорово. Живем. Шоколадно. Мне понравилось. О, опять реклама. Ей, рекламу посмотрели, 668 тысяч, почти 3 миллиона, 2229 очков. И мы на втором месте, и победили Протоплазма на первом месте. И у нас Никими. Посмотрим, ни одного ластенда, мастер третий, и он находится, находится он в этом. Мастер третий. Кстати, по поводу мастеров третьих, у нас вышел такой, как сказать, диалог, не диалог, но... Как бы там такая вот история вышла, ребята общаются... Дело в том, что у Артуриона, который ютубер от официалов, там все разыгрывает, у него все имеется, у него там все зеленое и у него мастер 1 4995 кубков у этого парня. Сбросили также Гудлайка, у него 4951 кубок. И, разумеется, люди прямо такие недоумевают с такими ангарами и мастера. Лига. Это либо супер рукожопы, либо такие сливают лигу. Артурину Гудлайк под подозрением у наших зрителей. И так, ну и в принципе, да, все. Таким ангаром или сливают лигу. Так что странное дело, ребята, странное дело. С вами был Братуха, задумайтесь. И если уж я как бы нахожусь со своим-то ангаром, не в чемпионке, 9681 кубок у меня. Ну, у меня вот такой ангар, да? Без титана. Я падаю вниз. Я не сливаюсь, я просто падаю вниз. Вот. И к тому же мне еще тут надо сыграть пару боев, чтобы понять, в какой я лиге, я так понял. Да, модификацию прохожу. С вами был Братуха. Заходите сегодня в 22:00 по московскому времени на канал Братуха Лайв. Там будем разыгрывать 1000 рублей, пытаться открывать особую поставку, особый приз. В надежде, что выиграем что-то ценное. Ну, там типа Орочи. Всем пока-пока!